Итак, мы с вами продолжаем наши лекции по экзегетическому обзору книг Ветхого Завета. Предыдущие две лекции были посвящены самому вступлению в книгу Бытия. Мы в первую очередь рассмотрели повествование о сотворении мира и человека, а также о жизни первых поколений людей. Рассмотрели библейский текст и святоотеческие толкования этого текста. Задачей наших ближайших лекций будет рассмотрение основных богословских идей книги Бытия, а также богослужебных чтений из этой книги. Кроме того, нам следует немножко сказать и об историческом контексте, в котором, на фоне которого происходили эти события. Итак, наверное, начнем мы с вами с богословских идей, поскольку мы уже их задели в самой первой нашей лекции и говорили во второй. Поскольку невозможно отделить богословские идеи, богословские концепции от самого текста библейской книги. Поскольку сама книга Бытия, как и весь Ветхий Завет, излагает нам откровение Божие и, соответственно, богословские идеи, те мысли, те понятия о Боге, о Его действии в этом мире, которые необходимы человеку для спасения. Мы говорили о событиях книги Бытия, и каждый раз мы так или иначе сталкивались с богословием этой книги. Мы в свое время остановились на повествовании о первых детях прародителей, о Каине и Авеле, и тем самым задели еще один важный аспект библейской книги, не столько вероучительный, сколько нравоучительный. Мы говорили о том, что Господь сам обращался к Каину, предупреждая его о возможном грехопадении. Как и всякий раз, Бог обращается к человеку, если ему угрожает нравственное падение. Не заставляет быть праведным, но напоминает ему и подсказывает, каким образом ему избавиться от грядущей беды. Господь напоминает Каину о том, что грех готов пожрать его, но он должен господствовать над ним. Тот грех, который начинался как зависть, но привел к братоубийству. Мы говорили с вами, что всякая добродетель, вложенная в человека, это есть подражание, желание человека подражать Богу. То, что у него невозможно отнять. То, из чего произрастает человеческие представления о потустороннем мире, о связях с этим миром, о том, для чего здесь живет на земле человек и как этой цели достичь. Говорили мы также и о том, что всякие человеческие страсти, то есть греховные привычки, это и есть искаженные человеческие добродетели. И самая сильная человеческая добродетель – это желание Бога уподобления. Ведь человек был создан для того, чтобы соединить Творца и творение через Бога человека Христа. И поэтому даже в искаженном человеческом духе
И в человеческой природе есть это желание богоуподобления. Но человек, будучи искажен по своей природе, находит какие-то замены этому желанию. И если Бог вечен, то человек хочет оставить о себе какую-то память в этом временном земном мире. То пытается воздвигнуть себе памятник, то рукотворный, то нерукотворный. Хочет, чтобы о нем говорили в веках, и достигает этой славы, по большей части, приступая законы и человеческие, и божеские. Бог вседоволен, так и человек стремится к уподоблению Богу, но если его природа искажена, и он не искореняет свои страсти, то мы видим, как в человеке это желание обладать всем становится причиной зависти. Той зависти, которую Господь, как мы увидим, будет искоренять в человеке заповедями, запрещая желать даже то, что принадлежит ближнему его. И так как самая сильная добродетель в искаженном виде порождает самые же сильные страсти. Самая сильная страсть – человеческая гордость, из которой произрастает и зависть. И поэтому первое убийство на земле – это братоубийство, сделано по зависти. То, что и происходило в дальнейшем в истории человечества. Желание владеть чужой собственностью, желание превзойти кого-то в славе. Все то, что является искажением изначального, заложенного в человека, желания богоуподобления. Таким образом, говоря о событиях, описанных в книге «Бытия», мы так или иначе уже задевали богословские вопросы. Мы говорили о творении мира, а это ведь один из важнейших богословских концептов книги «Бытия». Не существует материя до божественного творческого слова, как казалось язычникам и современникам появления этой книги. Но Бог сам создает и время, и материю, и из этого первозданного вещества создает весь тот мир, в котором мы существуем. Мы с вами говорили и о творении человека. Важнейшая богословская идея книги «Бытия» заключается в том, что человек – является образом Божиим, и в каждого человека заложено желание и возможность достичь подобия Божия. Человек не просто так возникает, но сообразно особому замыслу Божию. Мы говорили с вами о Троическом совете, когда Бог говорит: «Обращаясь внутри себя, внутри троической жизни, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Говорили о том, почему человек обладает образом, который нам дан, и стремится к подобию, которое нам задано. Важнейшей богословской идеей, богословской мыслью, сохраняющейся в книге «Бытия», является учение о бессмертии души. Это учение выделяет библейское повествование из очень многих учений того времени, поскольку говорит не только о творении души, но и о ее дальнейшей участи. Но не так, как это виделось языческим современникам появления этой книги.
поскольку все окружавшие народы говорили либо о воздаянии за каждое доброе и злое действие человека, либо наоборот о том, что человека, как верили народы Междуречья, по смерти ждет полузаметное прозябание где-то в глубинах земли. Книга Бытия не объясняет нам того, что будет с человеком после смерти. Об этом будут говорить в дальнейшем пророки. Но она говорит о том, что человек не просто творение Божие. Да, в человеке есть и плоть, такая же, как и у животных. Есть и душа живая, но есть и дух, вложенный в него, который делает человека чем-то особым. И этот дух, как мы будем видеть в дальнейших библейских книгах, роднит человека с Богом, но и этот же дух человека приводит и на суд Божий, когда человек дает ответ за то, как он воспользовался этим образом в него вложенным, в этой жизни, которая ему была дана. Еще один из важнейших богословских концептов книги Бытия – это учение о возникновении зла в мире. За много веков до появления Ветхого Завета люди задавались этим вопросом, откуда зло в мире, и давали на него самые различные ответы. Слово Божие говорит нам о том, что зло в мире изначально не существовало. Бог смерти не сотворил. Бог все создал таким, о чем Он сказал, все хорошо весьма, то есть гармонично, все соответствует замыслу Божию об этом мире. И причина зла – это уклонение от добра. Добровольное движение самого человека, прародителей, добровольный выбор, когда человек пожелал сразу же стать подобным Богу. Мы с вами говорили о грехопадении, когда человеку предложено было стать как боги, знающие добро и зло. И вот человек хочет получить все то, что ему обетовано, но сразу же. Мы в Священном Писании видим неоднократно, когда человек хочет получить то, для чего он предназначен, но без труда. И всегда это заканчивается печально. Когда праотец Авраам знал, что от него произойдет народ великий, но не хотел ждать исполнения обетования Божия, он сам берет себе еще одну жену, и порождение от нее, потомки, преследует народ Божий веками. Так и здесь, и много было таких еще случаев, так и здесь прародители захотели быть как боги. Они, хотя и предназначены были для обожения, но хотели это получить сразу же, без труда, без испытания, и это заканчивается их падением. И Священное Писание нам говорит, что зло, оно иноприродно нашему миру. Его не было изначально и не будет в жизни будущей. Эта идея, в дальнейшем богословская, ляжет в основу всего учения о грядущем мире, о том мире, в котором не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, как говорят церковные песнопения. Но изначально это учение находится в самом начале книги Бытия. Бог зла и смерти не сотворил. Сам человек через искажение своей воли, уклонение воли ко злу приводит зло в этот мир,
и лишь только через исцеление своей воли в Богочеловеке Христе, в котором воля человеческая утверждена в Божественной, возможно достичь устранения зла в мире будущем. Греховность, как осуществление, воплощение греховных желаний человека, уклонение от зла, она и приводит к дальнейшим человеческим бедствиям. И всемирный потоп, и рассеяние людей, и войны, и все те бедствия, которые описываются в Священном Писании, они являются следствием человеческой греховности. И это понимание, что человек сам является причиной своих бедствий, которые порождены его греховностью, это учение заложено в самом начале Священного Писания, в книге «Бытия». Далее важнейший богословский концепт, богословская идея книги «Бытия» – это промысел Божий. В отличие от различных языческих представлений о природе этого мира, книга «Бытия» нам говорит о том, что ничего в мире не происходит случайно. Нету случая, нету судьбы. Но Господь распоряжается судьбами как всего мира, так и каждого человека в отдельности, и в особенности судьбами тех, кого Он избрал для осуществления своих целей. А таковыми являются все те, кого Он призвал, все христиане, если мы говорим о нашем времени, и все члены ветхозаветной общины спасения, если мы говорим о ветхозаветных временах. Все дальнейшие книги Ветхого Завета описывают нам, как промысел Божий, забота Божия о том, чтобы осуществился его замысел в этом мире, было приведено в жизнь. Об этом повествует весь Ветхий Завет. Притом не только касательно людей, когда говорится о творении мира, в данном случае о творении светил, то сказано, что они не просто так поставлены, но отделение дня от ночи для времен и годов. Господь заранее дает, сообщает некий смысл существования своему творению. Более того, Господь заботится о каждом человеке, не только заботится о его земных нуждах, но и заботится в первую очередь о его спасении, даже если речь идет о ветхозаветных временах. Человека каждого Бог ведет своим путем. И о всем человечестве Он заботится, устанавливая законы природы, дающие возможность человеку в этом мире существовать. Господь устрояет счастье и благополучие тех, кто следует Его заповедям, и через наказание, через вразумление бедствиями пытается привести в чувство и осознание своей гибельности остальных, кто не понимает, что с ними происходит, и не осознает ответственности за нарушение замысла Божия о мире и человеке. Мы в дальнейшем в пророческих книгах увидим, как Господь через пророков говорит о том, что Его замысел, Его промысел будет исполнен и над языческими народами. Но здесь, в книге «Бытия», мы видим, как Он заботится об отдельных людях, о том, как растет Его действием ветхозаветная церковь, ветхозаветная община спасения. Все чудеса, все пророчества, которые были даны
в самом начальном этапе существования человечества, том, который описан в книге «Бытия», они также являются проявлением промысла Божия о людях. Они даны в напоминание о том, что жизнь не просто так идет каждого человека и всего человечества, что Бог пошлет Искупителя, который будет родоначальником нового спасающегося человечества. И, соответственно, проистекающие из идеи промысла Божия является идея и пророчество о грядущем Мессии. В самом начале Священного Писания говорится о том, что нынешнее падшее, искаженное состояние человечества, оно временное. Придет Искупитель, тот, о котором сказано еще в Первой Евангелии. Мы рассматривали этот отрывок в предыдущих лекциях. В дальнейшем, как развивается учение о Мессии, мы тоже говорили, как уточняется пророчество о том, где и когда он родится, и каково будет его действие, и каково будет это царство Мессии, в котором осуществится замысел Божий о мире и человеке. Но в книге «Бытия» самые первые есть слова не только о семени жены, которая сотрет голову змея, но и о том, как стали призывать имя Божие потомки Сифовы, о том, как ходил Енох перед Богом. Это все на самом деле отрывки, связанные с идеей о Мессии, о помазаннике, поскольку смысл всех этих слов раскрывается в дальнейшем, в последующих книгах Ветхого Завета, поскольку без чаяния Мессии, без веры и надежды на грядущее его царство, вся история человечества выглядит слишком печальной. Но книга «Бытия» говорит нам о том, что это состояние человечества, которое мы сейчас наблюдаем, оно временное. Придет тот, кто искупит потомство Авраама. Притом имеется в виду не только потомство по плоти, но и потомство по духу. В дальнейшем мы будем говорить об этом различии. Мессианские пророчества, они находятся во всей книге «Бытия». Когда мы с вами будем говорить о Ное, то увидим, как Господь уже этим древнейшим людям говорит о том, где будет и как будет процветать правильная вера, истинная вера, и как в дальнейшем будут складываться судьбы человечества. Еще важнейшая богословская идея, богословская мысль книги «Бытия» – это учение о завете Божьем, завете, завещании, договоре Бога с человеками. Мы чаще всего говорим лишь только о Ветхом и Новом Завете. Но если мы читаем внимательно Священное Писание, мы видим, что в книгах Ветхого Завета говорится неоднократно о различных заветах, договорах человека с Богом. В самом начале, когда Господь обращается к прародителям, Он уже заключает с ними завет. Завет всегда договор. И здесь, обращаясь к Аврааму, Он говорит, что Он ему даст и что Он от него требует взамен. Притом взамен требуется очень и очень малое. Не вкушать плодов с древа познания добра и зла, и положительная заповедь – плодитесь и размножайтесь,
и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными». Человеку дана заповедь трудиться в этом мире. Притом речь идет не о труде, необходимом для пропитания, поскольку человек не нуждался в этом таком труде до грехопадения. Грехопадение лишь только нас поставило в необходимость в поте лица своего добывать хлеб. Это было одно из наказаний падшим прародителям. Но это тот труд, который был доступен нашим прародителям, еще находившимся в общении с Богом. Это было соработничество, сотрудничество с Богом в обустройстве этого мира. Праотец Адам нарекает имена животным, что по святоотеческому толкованию было проявлением того, что он прозревал те сущности, которые были заложены в каждое из Божьих творений. Это самый первый завет, который был заключен с представителями человечества, еще с прародителями. Заповедь положительная, заповедь отрицательная и обетование Божие, данное им. О дальнейших заветах, о дальнейшем развитии этого важнейшего богословского положения книги «Бытия» мы поговорим на следующей лекции.